Так, друзья, прибыли. Местечко Гоза называется. На самом деле, на этом кораблике, скажу вам, кататься ужасно, ужасно. Здесь раскачивает. Половина этого корабля сидела с пакетиками для этих, для тошнотворок, скажем так. Многим стало плохо, я не знаю, как они это все делают. Они об этом не предупреждают, естественно, но я думаю, что минимум 20% пассажиров, которые на этом пароме, говорю, вот на этой лодочке проехались, они больше на ней ехать не будут, будут выбирать что-то другое, это 100%. Потому что реально людям конкретно плохо было всем. Так, вот эта махина что-то так несется подозрительно. В общем-то, ты как бы можешь даже не сигналить, потому что тебя очень хорошо видно. Вот на таком большом кораблике надо ездить, на нем нормально, не укачивают. Это же посудина просто ужасная. Тут еще типа барчик есть. А, здесь выход тоже идет. Такой вот кораблик. Так, ладно, друзья, пока буду выключаться. Сейчас, похоже, на связь. Смотрите, Азов ТВ, двигаемся в Голливуд, Солнечный Калифорний.